24 января на пульт оперативного дежурного Ростовской областной поисково-спасательной службы поступило сообщение о взрыве бытового газа в многоэтажном доме. В городе Шахты по улице Ленинского комсомола 2Б в одной из квартир пятиэтажного дома, в это время в квартире проводился ремонт, взорвался баллон с бытовым газом. В результате данного происшествия квартира была практически полностью разрушена, а трое мужчин-рабочих получили серьезные травмы и ожоги. Через несколько минут после поступления сигнала на место чрезвычайной ситуации выехала дежурная группа спасателей и кинологический расчет Новошахтинского поисково-спасательного отряда. По прибытии на место взрыва спасатель-кинолог с собакой провели разведку территории на случай, если под завалами еще находятся живые люди. После того, как никто не был обнаружен, спасатели приступили к расчистке завалов разрушенной квартиры.